О, так лучше. О, подожди, подожди, не спеши, не спеши. Ты всегда успеешь. Так, вот сюда мне на точку плыть, если я не ошибаюсь. А я думаю, можно до конца втопить. А, стой, да-да-да-да, вспомнил, что не совсем тут можно так топить. Тут же у нас такое впечатление, как будто, блин, опять, вот камера. Ты друг, ты, тихо, и по прямой. Ты видишь, я тут плыву. Теперь вот так. У нас же, ну, такое впечатление, как будто мы на машине задним ходом идем на кораблях. Ну, ничего, я сейчас привыкну. Есть своеобразная. Ну, отлично, 100 тысяч сэкономили. Так. Продолжительность повреждения судна 0%. И что это мне дает? А, у меня там какие-то эти самые даются. Ну, повреждение, новое лучшее время. Ну, в общем, да. Начиная с момента, ответственность на вас. Забывайте выгодные контракты, как все, иди отсюда. Моя доля должна быть выплачена через квартал, то есть это 3 месяца, да, без всяких отсрочек. У меня нет сомнений, что у вас все получится. Ну, если будет заработок, будет и доля. Не будет заработка, какая же твоя доля? Так, поехали плыть. В принципе, нам тут ничего делать не нужно, только... Не понял, что ты не переключаешься на третью скорость? Так, готово пришвартоваться. Конечно, вручную, это же самое интересное. Так, ну тут, конечно, спешить я уже так не буду, лихачить. Так, стой, подожди. Я должен видеть, куда мне плыть. Блин, ну как вы не показываете? Вы... Ладно, давай сначала вперед. Я-то вижу, что сюда. А, блин... Чуть-чуть, наверное, давай... Поворот. Ага, мне нужно... Вот так зайти, да? Ну, мы ничего. Так, давай чуть-чуть помедленнее, друг. А, вот же ж можно. Так. Так. И надо шух-шух-шух-шух-шух. Ну, давай пробовать. Блин, вот эта вот мышка. Закладывай хорошенько. Так, да, надо вспомнить. Не вспомнить, а как он хорошо так делает. Так, теперь... Повороты хватит, прямой чуть-чуть. Нет, чуть-чуть закладывай. Наверное, все-таки побольше чуть-чуть. Эх, так, помедленнее, друг. Сейчас пришвартуемся. Я потом, когда наловчился, так тут таким шумахером был. Давай, давай. Я вижу, что я попадаю. Чуть меньше наклон. И еще чуть медленнее. Жалко, чуть ускорить нельзя время. Скорость я не хочу ускорять. Ну я тут как дома. Так, еще чуть провернись. О, да, ну, мастерски. 2.12, так, 0 повреждения. Репутация, по-моему, за это давалась, нет? Или это мне так кажется? Итак, да, заработали 437, топливо ушло на 90. Что значит близко в порт? Ничего я не понял. Не-не, так не подойдет. Эта посудина в жутком состоянии, надо поглядеть внимательнее. Так, босс, нам пора избавиться от жалкого статуса компании владельца одного суда. Да как ты с ума сошел? Чтобы добиться более высокого ранга, нужно сделать следующее. Улучшить репутацию, приобрести второе судно, новый контракт. Да это без тебя понятно. Ваша репутация улучшается, когда вы
вы вовремя выполняете контракты с фиксированным условием. Другие участники рынка видят, что вы надежный партнер. Понятно. Так, так что контракт с фиксированными условиями — вещь вовсе неплохая. Я покажу, что вы должны обратить внимание, а потом мне нужно бежать навстречу. Ну давай, ладно, только быстро. В этих контрактах указана дата, я понял, доставки. А они куда более выгодные, но и рискованные. Если ваш груз не будет доставлен вовремя, вы должны заплатить штраф. То есть, за 57 тонн, письма рассылки, крайний срок 46 дней, прибытие через 13. Штраф, если что, 90 кусков. Так, ниже, но... Теперь курсор. Блин, так, сюда 22 миллиона, 35 миллионов, 53, 70. Сука, где такие бабки? 187, у меня 630. Так, давайте мы, во-первых, состояние судна сразу же заправляемся. Вот, кстати, вот у меня 461 тонна, да? Я истратил на 50 тонн больше. 411 бы у меня было, ну, грубо говоря. Ну, это я потратил лишних 30 тысяч евро. Ладно, мы заправляемся. Список контрактов в Гамбург. Ну, Гамбург — это ж немножко назад. А нам нужно в Джой... Ну, тут они, в принципе, ждут сколько хотят. Поэтому... Ну, пусть ждут. Так. 6 узлов. Че 50... Так, принять выбранные контракты в Гамбург. Принять. Что значит 57 дней? Это если порт... Вот этот. В этот 57. А в этот... Как ты 57 дней пишешь? Он бред какой-то показывает, ладно. Все, отплываем. Мы плывем в Гамбург. Реально 60-46 дней. Да я доплыл за 17. Ты о чем? А, там, наверное, тоннаж у нас, да, увеличился. И он медленно плывет. 31 дней. Ладно, чуть-чуть ускорим. Подожди, мне в Гамбург. Потратит на 60 тонн больше. Ладно, ничего, надо хоть чуть-чуть быстрее. Не, прибытие через 30. Что ты тут? Прибытие через 13. Прибытие через 18. А, это на сколько топлива хватит? Если очень медленно на 57 дней, это на 31 день, это на десяточку. Все, я понял. Мы прибудем через 13 дней. Все, отлично. Так, поехали. Так, давай вперед. И... ну, чуть-чуть. Он, да, сейчас жопой может, конечно, задеть. Ладно, назад. А теперь полная лево. Давай, друг. Теперь полная прямо. Еще чуть-чуть левее. Полная прямо. Чуть-чуть. Так. Не спеши. Вот, я сейчас, по-моему, встрял. Нет, не встрял. Давай. Это было очень так. Прямо. Чуть-чуть сюда. Нормально. Оу. Ага, все, хорошо. То я что-то подумал, что нужно именно на эту карту. Главное вот это пересечь линию. Так, все, да, отлично. В Гамбург. Ну, плыви. Поплыл. Так,
Готово, конечно, вручную. Так откуда такие деньги? Я столько не зарабатываю. Пока. Опять вы мне не показываете, куда мне плыть. Ладно, поехали узла на 4. Можем чуть-чуть, значит, сразу же. Да ладно, давайте чуть-чуть быстрее. Блин, вот жалко, что я не вижу. Как так сделали, что я не могу видеть, куда я плыву? И даже на карте не могу увидеть. Вау! Вышел ежик из тумана. Так, ну я, конечно, по скорости тут загнул. Блин, навстречу еще этот мудила плывет. Стой. Так, давай-ка развернемся. Не развернемся, а пропу. Вот это он нас бы сейчас тут про. Так, и быстрее нужно тебе. Так, теперь по полный так и аккуратненько. Чёрт. И он стал нас пропускает, да? Не гуди, и так страшно. Так. Ну, мы вписываемся. Стоп. Чё ты стоишь? Да, надо было тогда... Если бы я знал, что он остановится... Я бы, конечно, обогнул бы. Так, чуть-чуть наклонись. Чтобы параллельно ему стать. Давай, наклоняйся. Хорош, по прямой. О, он пошел. Ой, друг! Фу! Это было близко. Так, а я... Куда я заплыл? Я не туда заплыл. Мне вообще нужно обогнуть эту всю хренотень. Я тут развернусь. Да, ну, время швартовки будет у меня колоссальным. Так. Давай, друг. Вот это я Шумахер тут. Так. Так, не спеши. Поворачивай. Так, ну надо явно назад сдать, только назад же заложить нужно теперь полное лево, нет? Ну, чуть-чуть не туда заплыл. Ну, что ж сделаешь. Так, давай-ка чуть шустрее. Назад это мы как на машине вперед. Поэтому тут можно понять, что более-менее будет нормально. Так, короче, я уже вижу, что все хорошо. Стоп, машина. И по прямой сюда. И почти полный вперед. Ой, это я полный вперед поторопился. Еще повернись. А вот теперь по прямой. Но еще чуть-чуть на крен. Не крен, а поворот. Я не знаю, как правильно это. Да, в любой момент можно вызвать буксир, сказать, ну, я лох, не справился. Но 100 тысяч, опс, как не бывало. Да, блин, давай, поворачивай уже. Так, ну я думаю, ты уже тут жопой не заденешь, поэтому наклон по самые помидоры. Наклон, поворот я имею в виду, конечно же. Так. Кто так придумал в портах? Так, мне надо сюда вписаться. Давай, друг. Ой, как ты быстро тебя несет.
Давай, 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 давай. Так. Немножко прямо. Так, теперь, чтоб тебе жопу не занесло, но еще чуть-чуть вперед. Чуток левее. Прямо. Так, и пошел. Давай, друг. Я знаю, у тебя все получится. Прямо. Не хочу скорость увеличивать, потому что тут такие, блин, опасные. Даже сейчас надо уменьшать уже, а то мы еще не упишемся. Скорость бы уменьшил бы, а само время бы ускорил бы, правда. Так, давай, закладывай, потому что это ж ты ж еще, да. Жопа пока повернет, нос уже проплывет черти куда. Так, не спеши, друг. Не-не-не, еще заложи. Давай, закладывай так, отлично. Пошел чуть-чуть вперед. А там мы... Сейчас заложим влево и должны стать. Надеюсь. Ну там... Так. Давай. Может быть, не до конца. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Все прекрасно. Чуть-чуть побыстрее заложить. Еще можно чуть-чуть. Помедленнее теперь. Еще подзаложи. И все, теперь можно по прямой просто ехать до места назначения. Да, по времени, конечно, это было заняло много, но я, ёпарас, это прирожденный судовладелец. Давайте мне 8 миллионов евро, я покажу, как нужно работать. Так, письма рассылки, да, заработали. Что значит близко? В порт близко, близко в порт. Так, заправляемся. 171 тысячу, вы с ума сошли. А, тут разная цена на топливо еще. Да? Там было 13,63. А, нет. Ну, может быть и разная, да. То есть она в любом случае играет. Она просто день это дня. Так, заправить. Контракты. Вот. Нет, не в Дублин, блин. Я не доеду до Джоя Тауэра. Санкт-Петербург это в другой стороне. Опять Рейкьявик. Вот в Алжир. 8 тысяч платят за контейнер. Давайте как раз в Джою попадем. В Джою, Джою, Джою. И что еще я могу взять? Еще тон 80 Дублин. Ну, мебель давайте, ладно, завезем. Не так уж, это не Рейкьявик. Так, принять, отплыть сначала в Дублин, потом уже поплывем, а, сначала в Алжир, а потом, я что-то Алжир перепутал с, да, ну неважно, это я тупой. Конечно же, вручную, надо 8 миллионов. 20. Короче, заработать нужно много миллионов, чтобы тут что-то продвинуться. Но, по-моему, мне спонсор, наверное, посмотрит на меня и даст еще денег. Я не помню, что я второй корабль купил довольно-таки скоро. Так, а ну-ка. Ага. Просто повернуть. И все, да? Тихо. Тихо-тихо, не спеши. Уже можешь, наверное, закладывать. Это ж.
Так, стой, не спеши, давай, 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 давай. Еще не спеши. Ну, два узла, я думаю, нормально. Так, поехали. Стоп, по прямой. Ага, там еще какой-то корабль идет. И... Блин, не столкнуться бы с ним. Стой, 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 стой. Вот это заносы, но это дрифтинг тут вообще капитальный, короче. Поехали, давай его на обгон берем. Чуть-чуть заложи-ка. А, ты еще и здоровый вышел. Закладывай. И по прямой. И вперед на обгон всех. Чуть-чуть сюда. Подверни. Ой, какие вы там... Да они тоже, кстати, там шпарят не кисло. Че это за якорь? Это наш курс? А, ну да, мы идем строго по курсу, все правильно. Мелкого засранца обгоним. Ну как мелкого? По сравнению с тем, что была дура. Не, не обгоним. Он что-то стал покурить, а потом решил, ну его нафиг. А то еще гонку проиграет с нами. Десять узлов. У нас же было 12 вроде. Или это в порту больше нельзя? Так, новое лучшее время. Да, я красавчик. В Дублин. Так, короче, мне можно... Как ты задрал, а? Ваше судно в плачевном состоянии. Среднее состояние ваших судов за последние... Какое купил, такое и есть. Так, процентная ставка по кредитам, ля-ля-ля. Тут экономические новости. Мала быстро расходится, что мы крутые. Нужно вложиться в ремонт, если вы не хотите, чтобы репутация страдала и дальше. А, быстро распространяется, когда на ржавых посудинах. Я понял. Ладно, подзаработаем, подлечимся. Короче, Португалия, да, Алжир, сюда, даже сюда и сюда все можно брать. Так, конечно, вручную. Только скажите сразу, тебе нужно вот сюда пришвартоваться. Карта вот она, обзор вот он. То я должен гадать. Ну, как всегда. Ладно, поехали. Ну как тут можно угадать? Вот я представляю, капитан бы руководил бы, если ему был бы чисто обзор сверху, и фиг была бы карта у него. Иду по приборам, что называется. Слава богу, хоть судно показывается впереди. Если что. Так, в общем, идем сюда, дальше по прямой, а там дальше фиг его знает. Так, давай, наверное, начнешь уже закладывать. А, блин. Там я не понял, там впереди корабль или что? Вот это, а, да, он идет. Ну, давай тогда мы его немножечко пропустим. Куда ты... Ты куда рулишь, ты дурик? Ты не видишь, я тут еду. Блин, вот этот, конечно, плохо сейчас. Потому что он как раз-таки мне потом как туда зарулить. Мне надо было тогда теперь наоборот сюда. Не гуди, а едь давай. Гудит он. Самый малый вперед, чтобы он проехал просто. Ну езжай. Ты видишь, я тебе не мешаю уже. А вот это критическое состояние, да, уже? 57%. Ну, надо бы, наверное, постоять в порту, немного дать морячкам побухать. Ну, проезжай, но ты мешаешь мне. А ну-ка, если мы станем. Да, жалко, тут ускорения времени нет. И он стоит, мудила. Я бы таких капитанов бы, блин... Где тут реи? Тут реи нету, ну, на кранах бы вешал. Бля. Хоть бы шелохнулся. Я он тут загруженный по самые помидоры. Слава богу. Он поехал. Так. Тебе надо круто влево, потом круто вправо.
И все равно придется еще и назад сдавать. Блин, круто влево не получится, сейчас я могу вот это задеть. Ну, я не задену, наверное, конечно же. Но все равно это такое себе. Так, а теперь рано, наверное, да? Давай сначала подъедем. Чуть-чуть мне там места не хватило. Ну ничего, сдадим назад. А теперь круто так. Мы как раз... Да. Вот здесь где-то припаркуемся. Вежливые они такие, дорогу уступают. Так. Назад сдавай. Ты еще скажи, что там не вписался я. Ну все. Что, вот это вот не считается, но я по самой же границе прошел. Ну подтянить. Это скоты. Ладно, тогда полный назад. Какие вы мелочные, честное слово. Краны бы достали бы. А спасибо там другому мудачели, нужно сказать. Да. Чуть-чуть лево закладываем. Так, давай, заложил, выравниваем вправо. Так, и по прямой пошли. Есть бубырь. Так. Блин, близко. Вот дебильный. Так, заправить. Так, подождите, список контрактов. А, у нас горящий контракт есть. В Алжир. Ну, мы можем себе позволить. Нет, давайте в Алжире уже отремонтируемся. Так, в Роттердам это назад. Порт Саид. Почему ты не хочешь мне... А, я вот этот тоннаж, наверное, перевышу, да? У него... Но он же тяжелый, зараза. Где это можно посмотреть? Вот, 1300 тонн, это 50 контейнеров. А, то есть это еще 1300 тонн, грубо говоря, а я умещаю всего 1000 с небольшим. Ну, чуть-чуть там перегруз, господи. Ладно, поперли в Алжир. Ничего мне по пути не дают. Там и подремонтируемся. Так. Может, деньги стоят? Да не хочу я тратить столько этих времени. И так медленно плыву. Я что-то не сделал. Так, отплыть. Так, давай, пока этот здоровый не стартанул. Так, вот тут поворачивать опасно. Стой, 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 ты не так быстро. А вот сейчас, когда жопа твоя пройдет, давай поворачивай уже. Не спеши. Так, чуть быстрее. Так, ну еще чуть поверни. О, так отлично, легли на курс и все. Поехали. Надеюсь, впереди ничего нет, никаких. Давай, давай уголька в кочегарку. Можно, можно.
Да, за минуту вышел. Ну, почти. Так. Поплыли в Алжир. А, я понял. Она по умолчанию на двоечке. Ускорить можно вот так. Так, пришвартоваться. Давай, швартовочка. Ну, я как всегда, нас фиг его знает, куда нам плыть, да? Куда-то в туман плывите, там дорогу подскажут. Так, ты хочешь на месте, надеюсь, стоять, а не на перерез выскочить? А, вон, я вижу место, слава богу, тут будет довольно-таки быстро. Так, можем чуть-чуть сюда. Ай, блин, мудила идет или стоит? Стоит вроде. Так. Вот и стой там. Так, чуть помедленнее. А теперь по самой не балуй. Можно еще чуть медленнее. Так, пока прямо чуток. А, он туда вообще, в другую сторону шел. Так, никому не гудеть, я тут еду. Давай. Тихо. Нет, еще подправь. Да ну ё-моё! Глаз-алмаз! Давай, шустрее! Эй, что-то... Да она нормально. Да стой же, что ли! Всё! Великолепно! Так, бабло заплатили. Давайте мы, ну, во-первых, да, заправимся. Чуть-чуть отрем... Кстати, он просто за... Ремонт, вернее, ухудшается за то, что мы ездим. Ну, это, в принципе, логическо. Да, 20 дней нет. Давайте до 65. А, он что на 1%, что на 2, что на 3-4 дня, да? То есть до какого-то момента, ну вот 8 дней постоим, до какого момента мы можем отремонтироваться за 8 дней? До 75, да? Вот до 75, 600 тысяч потратим, ну ничего страшного. Так, ремонтировать. Готово через 8 дней. Ну, давайте же эти 8 дней мы промотаем. Нам просто контракты вдруг по времени. А не, давайте мы посмотрим список контрактов, которые без времени. Вот, в Джоя Туару. А, контрафактная продукция. Я пока не готов. Я, конечно, покажу, как это работает. Иногда прокатывает, просто иногда штрафуют, но... Пока давайте денежки покупим без контрафактной, а другой-то и нету продукции. Так. Время. Как мотать время? Я забыл. Ну вот же оно. Ага. То есть троечку нажимаем. А нам напишут, что... Так, 25-е, 26-е. Так, состояние судна. Отремонтировано и готово выйти в море. Блин, я что-то это как-то пропустил этот момент. Так, Валенсия. Валенсия мы... Ну, Валенсия, кстати, тут недалеко. Можем легко закинуть им. Сколько ты платишь? 529 евро. А, ну, из-за того, что недалеко, ну... Значит, сам. Так, это все в обратную сторону. 46 тысяч. Я топливо больше спалю. Ладно, давайте в Джоя Туаро. Наконец-то доставим им груз. Че он красным? Прибытие. Давай, отплытие.
чё ты задом встал? Тебя ж обычно передом выкидывала. Так. Разворот. Полицейский. Заложить на левый борт. Ой, рано. Черт. Хреново, когда обзор плохой. Но не упишемся, не упишемся. Нифига, ладно. Еще разок вот так. Так. Все, хорош. Поехали. Красотка кататься. Так, только чтобы бортом за задницей это не протаранить. Вот, кстати, именно почему и Титаник сначала на левый борт, потом на правый. Потому что на левый он поворачивает, но задницей мог бы снести, потому что он пытался обогнуть сначала сюда, а сначала сюда. Ну, это вообще кому, если интересно, конечно. Все эти бредни. Давай! Так, мы красавчики. И мы... Джоя Тауро. Верфь Роттердам предлагает новые суда. Готово пришвартоваться. Швартуемся. Так, я думаю, сейчас этот квартал закончится. И мне, наверное, скорее всего, скажут, что... Да, давай мы тебе... Ты классный парень, мы тебе больше бабла дадим. Ты куда мне предлагаешь попасть? Этот фарватер. Так. Поехали. Чё тут ждать-то? Дальше, правда, я не знаю куда, но... Куда-то ж дорога нас выведет. Ага. А ну-ка, там желтенькая желтеется. Ни хрена там не желтеется, но нам в любом случае надо бы заложить сюда. А, вон, вижу. Все, возле этого борта. Так, стоп. Так, ай, надо еще чуть-чуть. Давай, по полной. Хорошо, идем. Подразогнался я, конечно, ну ладно. Я думаю, сейчас все будет. Даже вот так вот чуть круче. И еще можно круче заложить. Так, все прямо. И хорошо, отлично. Так. Мы распродали все, да? Так, заправить. Давайте посмотрим, если есть какие-то интересные реально. Может, в Санкт-Петербург махнуть? 23 тысячи металл. Я просто думал, может, стоит ли мне ремонтироваться, но я вижу, что не стоит. 2 миллиона на дороге не валяется. За 57 дней это мы берем. Ага, металл я уже не возьму, потому что по тоннажу я проседаю. И не смогу это
Потому что почему тоже потом... А, вот же пишется 2300, 1300, у меня 3500. Но еще 1100 я тон чего-то взять могу. В Стокгольм по пути заглянем. 18000. Там мы сейчас будем самыми богатыми буратинами. И уже в Санкт-Петербурге отремонтируемся. Так, да? Тут по времени мы везде успеваем. И если еще в Стокгольме куда-то что-то в Санкт-Петербург скажут отвезти, это будет вообще халява. Так. Стокгольм, а что ты не показываешь? А. Стокгольм, мы медленно 31 день. Да 27 же ты показываешь. Вот, 27. Че он тут тупит? Можно и за 37. Ну, ладно, давайте. Уже на медленном, так на медленном. Так. Все, поплыли. Что ты хочешь от меня? А, порт назначения. Так. Мы даже теоретически можем, конечно, зайти сюда. Вдруг тут что-то есть еще, но... вперед. Прибытие через 27 дней. Все прекрасно. Мы весь топляк спалим, но это не беда. Джой Атуар. 19000, да? Там в порту рабочих больше. Так, я надеюсь, что выход там. Или... Не дай бог, не там. Блин, а он не там. Отлично. Как тут можно какие-то рекорды ставить, если они даже не показывают назад, хоть бы стрелочку показали, куда ты плывешь. Задом будем выходить. Так долго, конечно. Ну ладно, уже деваться некуда. Кстати, у нас 76%, а как, я же до 75 чинил. Так, ну, теперь, я думаю, ты не заденешь право на борт. Ох, ну не, нормально, нормально, нормально. И сюда вырваться. Так. Реверс полный. Эх. Эх. Закладывай, закладывай. Ну давай. Ну должен же проплыть. Вижу, что должен. Стоп, стоп, хорош. Знаем, какие у вас заносы тут. Ты какого хрена тут мешаешь побитию моих рекордов? Вот это дура. А мы на таких тоже, надеюсь, будем плавать? Гудит еще там, зараза. Мир вообще в другой стороне. Куда ты поплыл? Так. Окей. Стокгольм, плывем, давай. А, тут показывается еще. А я могу по пути разве... А, да, я еще могу менять скорость. Так, поплыли, поплыли, поплыли. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик.
Так, тут мы еще не были. Кстати, сколько у меня бабла? А, нет, сейчас в Санкт-Петербурге отремонтируемся и посмотрим на баблище. Так. Ну опять, плыви туда, не знаю куда. Ну, хотя я думаю, когда порты чуть-чуть изучатся... А, я его понял, сразу нужно завернуть и тут же... Да, это чуть будет посложнее, чем к этому борту, ну, для меня чисто. Вообще разницы нету, конечно, но... Так, но для меня будет немножечко сложнее. Блин, еще этот... Вот теперь стой! Тогда не пускал... Стой, ты много заложил. Чёрт, ты чуть-чуть. Просто прямо проплыть я не успею, чтобы этот угол обойти. Все, хорош. Можешь еще чуть-чуть сюда. Так, нос главное. Так, зашел. А теперь... блин. Какие у вас тут неудобные порта, честное слово. Да, ну как я и говорил, для меня лично тут немножко что-то бзики какие-то настают. Это у нас кто? Стокгольм такой крутой порт придумал. А, так, закладываем сюда. Много заложили. Ну, нормально. Еще закладывай. Стой, скотина бешеная, не дай бог ты там протаранишься. Пол узла давай. Все, на этом иди. Еще. Ну все ж хорош, засчитывай. Ну что тебе не так? Теперь близко, ты хочешь сказать, там. Ну не протаранился ж. Слава богу. 0%, да. Так, бабло заплатили. У нас 2 миллиона 600. Прекрасно. Давайте сразу же, ну конечно же, заправка. Блин, на заправку уходит просто сумасшедшее количество денег. В Санкт-Петербург есть что-то? Почта там, ну чё вы, ё-моё. Ну, не хотите. Крайний срок близок. Крайний срок 28 дней. О чем ты? Я приеду за 4. Крайний срок через 28 дней. Прибуду через 4. В чем проблема? Какой он близок? Он что-то, наверное, путает там. Ладно. Давайте отплывем в Санкт-Петербург. Так, ну тут понятно, что надо задом сдавать. И направо, да? Блин, а куда ж направо, если тут... Давай налево тогда. Если тут заблокировано, или тут не заблокировано. Ну, в общем, надо все равно по ихним правилам играть. Что очень плохо. Вот я, получается, сюда, наверное, не... Стоять! Я тебя понял. Мы пока поманеврируем.
Вот почему я не могу здесь проехать? Ну, я, вернее, наверное, могу, но что-то я боюсь. Блин. А я вообще не туда еду, да? Мне нужно не сюда ж, а вон туда плыть. Блин, я тут накуролесил. Вон же у меня якорь. А ну-ка, что будет, если я заплыву? Предупреждение, вы коснули, а вы покинули... Ага. Покинул, да. Черт, стоп. Ну закладывай же ж уже. Ладно. Зад не надо. Я забыл, что это ж не просто тормоз. Давай. Ну, тут я затупил капитально, бывает. Давай. С какого порта я на мель сел? Черт. Потратил на буксир, потратил на порт, потратил на все на свете. И только раз лоханулся и на тебе. Да я вручную это, естественно. Будет два корабля, тогда буду уже по этому самому. Ну, два и больше. Просто это... Ну... Быстрее будет и дешевле. Так, кто был в Петербурге в порту, подсказывайте, куда мне плыть. Так, ну выбора, я вижу, мне тут особо не дают. Это желтенькое или это нежа? Это фонари просто. Куда вы мне предлагаете? Ну, куда-то сюда, я так понимаю. А, вон, вижу. Это тут интересно так маневрировать, выходить. Тут еще и остров. Его что, не могли снести или что? Ты еще движешься, скотина такая. Там еще лед впереди. Так, это какой-то... А как туда заплывать? Это какой-то просто ужас для... Так, поехали. А ведь, наверное, ж когда-то и придется заплыть туда. Они ж каждый раз дают новое место стоянки. Ну... Могут выбирать, насколько я помню. Зря притормозил, наверное. Может, и не зря. Так, шикарно. Так, новое лучшее время. Да. Так. Да, заправляемся. Давайте, наверное, починимся до конца. 16 дней, а ну-ка. Нет, нормально. 1 100 000 выбросим. У меня 4 лимона есть, ничего, нормально. 16 дней. И, может быть... Что мы сделаем? Стоит его усовершенствовать или не стоит? Я даже не знаю. Денег-то немного. 500 тысяч... Увеличит максимальную скорость. Да скорость мне сейчас до задницы, если честно. Давайте я лучше увеличить минимальную дальность. Ну, по идее, это должно быть уменьшение расхода топлива, раз я дальше могу плыть. А, лицензия, кстати. Ну-ка, и будут контракты, я куплю лицензию. Ладно, давайте, наверное, вот это хотя бы сделаем. Да и ладно, давайте движок. 500 тысяч. Гулять так гулять. Так,
И давайте, дамы и господа, я сделаю маленький перерывчик. Вы его не заметите, мне надо просто горло промочить. 179 тысяч. Через секунду вернусь. Так, итак, я вернулся. Оказывается, они все постепенно делают. Ремонтируют, усовершенствуют. Тут готово через 20 дней. Но что я еще нашел? Вот, оказывается, чтобы мне дальше продвинуться, мне нужно именно с фиксированными условиями еще 5 из 10 сделать. Ладно, давайте это промотаем. Тык-тык-тык-тык-тык. Улучшенное, готово выйти в море, готово через 9 дней, пишет. А, ну это оно. Или они сначала улучшают, потом ремонтируют. Ну, в общем, новые контракты, пока я не смотрю на них. Ну, давай. Готово через 0 дней, это в смысле? Оп, все, есть. Готово. И, блин, пока ремонтировали, уже засрали на 1%. Ну, это, наверное, просто от времени зависит. Но это, конечно, тупо сделали. Так, список контрактов. Лес в Роттердам везем. Нам нужны такие, короче, контракты. А, кстати, он тут показывает, сколько... 1800, то есть один контейнер 1,8 тонны весит, да? А металл сколько весит? 2,6. Ну что ж. И в Дублин. Да успеем. Сразу... А, это простой контракт. Ну какая нам разница? Полетели. Обновляется каждые 2 дня. Так. Че, принять, все хорошо. Медленно. Вот, 7 узлов теперь мы медленно едем. А по топливу я фиг его знает. Так. Отплыть. Начало в Роттердам, в наш родной денек. 164 тонны. Вот надо было бы как-то заметить. 160 или запомнить. Когда я из Роттердама в Санкт-Петербург. Или я сейчас буду плыть в Дублин. Надо будет сравнить расход топлива на медленной скорости. Ладно, поехали. Так. Черт, вот как здесь... Как здесь в остров не врезаться? Я не туда закладываю. Не, наверное, я это глупо сделал. Так, стой. Блин. Все-таки давайте мы заложим сюда, попробуем задом вот так выехать. Потом задницей сюда завернем и туда вынырнем. Давай. У тебя все. Нет, не получится. Ну не все, во всяком случае. Но ничего. Тесно, конечно, мне тут, ну что поделаешь. А тесно, страшное дело как. Можно, конечно, просто туда проплыть и потом сюда завернуть. Так, наверное, будет быстрее. Ну кто это так придумал вообще? А-а-а! Я ж туда не заплыву. Черт. Да-да, давай. Так, это много. Много, я сказал. Так. Шикарно. Ой, ой, как ты быстро разогнался. А теперь можешь... Черт, не уписался.
Ну еще назад сдай. Так, ну я думаю, теперь будет нормально. Я пошутил же. Конечно, это было ненормально. А теперь будет хорошо все. Так, впереди никого. Та-та-та-там. Поплыли. Так. Ну и как всегда, угадай с трех раз, куда тебе плыть. Ой, там что-то желтеется. А, это просто фонари. Ой, тихо. Тут такой узенький проход. Вот сюда, да? Надо попасть. Стой. Ничего, попадем. И не в такие дырки попадали. Главное, не торопись. Так. Не торопись, я сказал. Блин, камера привязывается к носу. Постоянно держать нужно. Неудобно, но ничего. Нормально. Эх, чуть-чуть надо. Чуть-чуть сместиться. А то не засчитают. 100%. Я же сказал сместиться. Потом жопу выровнять. Так, давай, пока пойдешь так. Ага. Выравнивай. Стой, не спеши. Так, ну, должно быть нормально. На тоненького, конечно, могут опять придраться, что очень близко к берегу. Ну так вам не угодишь. То близко вам, то медленно. Че это такое пишет? Кретин этот. Знак какого-то говна. Все отлично. Так, лес доставили. Мне теперь в Дублин бы, да? Так, Гамбург я пролетел. Можем что-нибудь. Стокгольм. Рейкьявик. Да. В Алжир. В Гамбург. Так, ну тут не хочется возвращаться, конечно. Ладно, давайте в Рейкьявик. А че, я уже не могу сомнительные товары, у меня... А, тут полторы тонны. Ну, в Гамбург это ж назад. Нет, в Гамбург назад я не хочу плыть.
Я доставил бы вот сюда вас сомнительные товары, но тоже 1,5 тонны. Ладно, пока честно будем работать. Так, в Дублин, потом в Рейкьявик, да? А мы можем... Можем... Ну, с сомнительными товарами... Так, я... Да, конечно, молодец. Можно работать, но, допустим, если мне нужно сюда сомнительные товары, а мне еще сюда и сюда заплывать, то мне здесь могут проверить, оштрафовать. Или здесь, если здесь прокатит. Поэтому, если сомнительные товары и везти, то нужно напрямую, без захода в какой-то порт. Так. Вот, кстати, в Дублин. Надо проверить. 83 тонны. Ну, не помню я, сколько было. Самая моя первая поездка, я тоже в Дублин ездил. Сколько это? 83 тонны. Ладно, поехали. Так. Мне прямо? Или куда? Нет. Не, якорь показывает вон там. Где тут понять, где зад, где перед? Ну вот якорь-то я вижу здесь. Ага. То есть, если он здесь, то это должно быть по... Вот так мы стоим. Ага, якорь сзади нас, короче, сейчас. Якорь сзади нас. Правильно я понимаю? Мы же сюда вот сейчас смотрим, вот нос. По эту сторону, по этому. Поэтому нужно чуть-чуть сдать назад. А куда ж ты сдашь назад? Ладно, давай вперед, тут попробуем развернуться. А в это время уже идет, ё-моё, а я тут... Я в прошлый раз он за минуту 55 вырулил. Ну, наверное, было просто удобнее выруливать. Так. Да. Ты еще там едешь? Ай, надо было туда попасть. Стой. Ну, блин, он стартует быстрее, зараза, чем поворачивает. Надо, наверное, не стартовать быстро, а сначала, чтобы он в поворот вошел, а потом уже скорость. Ну да, я чуть подзабыл. Так, ну тебя нафиг. Давай, чуть-чуть сдай. Время я все равно просрал рекорд. А... Так, ой. Давай, сначала провернись. А вот теперь можешь... и разогнаться. Ё-моё. Побоялся, что не упишется. Нормально.
Так. Мы в Дублине. Так, давай, стартуй, время-то идет. Ага, ну тут должно быть все хорошо быть. Блин, опять этот мудила. Стой, выскакивает. Хрена тебя пропущу. В прошлый же раз такая же фишка была, нет? Черт! Вот все из-за него. Мне сюда нужно, как ты не понимаешь. Так. Тупить теперь. Поехал. Выравнивайся, выравнивайся. Выравнивайся, говорю. Черт, опять сейчас будет говорить, что я близко к этой линии. Или не будет? Отлично. А, новое лучшее время, да, естественно. Так. Кстати, цены реально отличаются. Я забыл показать. В Санкт-Петербурге цена за тонну 400 евро. Поэтому, допустим, тут по 700 евро я и заправляться не буду. Мне почти полный бак. Нафиг надо. Так, мы в Рейкьявик летим. В Рейкьявике нифига нет. Но мы можем забрать... У меня 2 тонны свободные. Все в Валенсию, да? Да нет, мы, может, в Рейкьявике будет какая-то... Или вот это забрать. Давайте, аграрную продукцию. В Турции мы еще не были. Мы можем в Валенсию заскочить. Давай. Так. Принять. Ну, сейчас в Рейкьявик. Так. Так, мне вперед однозначно. Оу, ты что повернул? Ты дурик ты. Ненормальный. Это будет новое лучшее время. А, нет, тут минута 0,7 всего было. Меньше минуты, должен управиться. Давай, кочегары! Или чем, на чем вы там сейчас ездите? Просто на бензине, на мазуте. Но все равно лут. Новое лучшее время. Да, а, плюс репутация, вот, да, это же репутация есть. Она прибавляется, и тут же, кстати, вот она. Мы известный кто? Известная мудила, да, да? А, это, наверное, просто известность. Нет, репутация известная. Известный лихач.
Так, мы обнаружили впереди рифы. Рискнем ли мы пройти место через... Или войдем в опасное место, это задержит... Ну, у меня, в принципе, по времени... Ну, топливо жалко. Ну, ладно, давайте обойдем. Я... Жалко мне не показывается, насколько большой риск и насколько я времени задерживаю. Так, мы обошли это все. Говнецо. Так, давай. На старт, внимание, марш. Сразу... А, я вижу. Так. Вижу. Чуть-чуть многовато повернул. Так. Потому что сейчас буду поворачивать, и нос уйдет. Да! Песня! Профи, профессионализм не пропьешь. Сколько здесь? Да, вот тут по 400 баксов. Тут можно заправиться по полной. Так, мы шуруем нам сюда. А, нам через 18 дней надо тут уже быть. А у нас крайний... а мы тут прибудем за 29 дней. Ну, если на полную катушку вжарим, то нас топлива не хватит. Пардон. Так, в Валенсию мы можем аграрную продукцию еще закинуть. Принять. Давайте мы, значит, пойдем по максимуму. Да, топливо мы угробим. Ой-ой-ой, сколько. Практически все. Через 9 дней. А сюда, если мы сразу приплывем, 15. Ну да, то есть спать нам вообще никак нельзя. 11 узлов. Ну, можно было бы теоретически. Но давайте лучше я по полной. Так. Конечно, топливо 501 тонна против 270. 200 тонн топлива на 30 тысяч. 600 тысяч я проп... Фукс! Ничего. Так. Не спеши. Тебе еще поворачивать тут надо будет. Не, ладно, поспеши. После этого притормози и... Так, в поворот вошел. Давай, теперь можешь потихоньку скорость набирать. Не вошел еще. Все равно отлично. Лучшее время, но тут можно и за минуту управиться. За меньше, чем минуты. Так. Все, никакие рифы, никакие... О, как он погнал. Шух. И он в Валенсии. Исключительно хорошо. Ваша репутация повысилась. Да, конечно. Где я есть? Вот он. Так, давай. Пошустрил сюда, это сюда. А, ох ты, черт! Как тут интересно. Это ж каким надо коромыслом здесь изогнуться, чтобы
сюда. И еще и корабль тут. Он, надеюсь, хоть плывет. Потому что... я хотел тут... Блин, до хрена я хотел, короче. Я хотел вообще-то кружок дать. Я теперь не знаю, что им давать. Но тут я буду, короче, тупить. Особенно с этим кораблем. Да не, надо, придется, наверное, оплывать его все-таки. Ну вот это он мне, конечно, сильно сейчас ограничит в маневрах. Вообще пипец. Ну давай, Шуру, я тебе уже не мешаю. Ты можешь смело выезжать. А мне уже надо поворачивать. Давным-давно было. Вот это ящиков. Сколько ж тут бабла? Интересно, он везет. Давай, друг. Так, ну хорош. Блин, как-то казалось хорошо, сейчас уже вижу, что не совсем. Да нет, нормально. Нормально. Так, если нужно износ 1%, странно, хотя я на полной скорости гнал. Так, ну тут по-любому заправляться 620. Ну 620 это не 800. И, о, есть в этот самый. Металлистов можем закинуть, да? О, и текстиль можем сюда закинуть. Да, ну отлично. Так, за 6 дней. Ну тут мы 6 дней и плывем. Крайний срок 6. 7, вернее, мы за 6 дней приплывем. Так. Отплыть. 6 дней, все на полной скорости, вперед. Тут можно будет сейчас либо усовершенствовать, либо... Так, это мне заднего нужно сдавать, да? Ой, какой заднего? Блин, я тут посмотрел, что вроде заднего. Так, ты ждешь меня. Сначала по старшинству. А не тот, кто большой, а потом... И круглый. А, я понял. Это если я, наверное, поломаю вот до этого степени корабль, то тогда они автоматически вызывают буксир.
Так. Рискнем ли мы встретиться с стихией или обойдем? Займет больше времени. Нет, продолжить маршрут. Не можем мы себе позволить этого. 16,7 повреждений. Да ничего себе. Ну ничего, сейчас отремонтируемся. Так, конечно, вручную. Ну, просто у меня там один день в запасе. Они пишут, сколько это времени. На 2 часа. На 3 суток. Штраф бы, может быть, больше был бы. Так, просто по прямой плыть и все. Куда ты нас отправляешь? Вот было бы хорошо, если просто по прямой. Эу! А, это, блин, фонари меня смущают. Я вечно думаю, что это зона швартовки. Вон оно, да, просто чуть-чуть завернуть сюда. Так, проплыть прямо. Наверное, я круто разогнался. Теперь чуть-чуть сюда. Встать в нормальное положение. И на скорости 5 узлов я так еще быстро никогда не швартовался. Не, ну я сброшу, конечно, на всякий случай. Да, красавчик. Так, да, штрафы по кон... Какие штрафы? Износ по... Ну, износ, ладно, топливо... А чё штраф 9 дней? Я не понял. Я вообще ни хрена не понял. Так, тут цена большая. Я посмотрю только, то есть, на ближайший порт, сколько мне нужно, да и все. Ну давайте, наверное, тут я все-таки отремонтирую. Ой. Да что ты делаешь? Так, сколько? У меня 5 миллионов. Что-то мало вообще. Сколько мне еще контрактов? Еще 3 контракта. Кошмар какой. Я 500 штук выполнил, а еще 3, говорят. Так, давайте мы отремонтируем. В общем, будет меньше 90, буду ремонтироваться. 12 дней, готово через 8. И раз уже такое пошло, такая пьянка. Движок новый поставить. Ладно, давайте. Так, судно. Состояние судна вот. Так, поехали. Вот, есть. И опять 99. Список контрактов. Может быть, заняться давайте контрабандной? Нет, ну в любом случае мы... Алжир. О, давайте все в Алжир повезем. Денег смешно, но да тут и плыть-то недалеко. О, контрафакт. Короче, мы полностью... Нет, не полностью. Алжир и по быстроте... Тогда что мы еще успеваем? Так, мы еще успеваем в Алжир завести... Ну, либо то, либо то. А, у нас тут всего 100 штук, да? Ну, вот 98... По-любому нас либо в Алжире, либо в Валенсии спалят, но я хотя бы покажу, как это работает. И до Алжира... Нет, мы поедем на медленной скорости. До Алжира топлива нам хватит, да? 143 тонны. А там, я не знаю, вот, блин, я надо просто вспоминать. Ну, тут цена не такая, чтобы и большая, ну, 650 евро, да? А, не, 700. Выше только 800. Что это бывает только, наверное, там в Рейкьявике, ой, в Гамбурге, в Амстердаме, ну, в общем, в прокачанной Европе. Так, все, я взял. Не взял.
Так, это и вот это. Принять, принять. Так. Ну все. Отплыть в Алжир. Ой, это не Алжир. Алжир здесь сюда. Валенсия сюда. А, ну нам и туда, в принципе. Но Алжир как бы быстрее пишет. Через 10 дней нормально. Да, в Алжире чисто теоретически страна беднее и должно быть топливо дешевле стоит, чем в Испании. Мы сейчас, короче, это и проверим. Так. Полный вперед. А, полный назад. Опять меня путают. Я, может быть, просто задницей тогда выйду и все. Ну, 5 узлов, но разворачивать тут недалеко. Разворачиваться дольше будет. Блин, на перерез, зараза, плывет Титаник. С этой стороны, да? Вот оно. Не, ну места тут много, в принципе. Да и по-любому он, зараза, сейчас помешает нам. Когда развернемся. Какой ты быстрый! ЕПТ. Так, давай. Сначала заложи руль, а теперь уже стартуй. Все равно. Хреново ты стартуешь. Надо было все-таки не разворачиваться. Не, нормально. А ты, зараза, и сюда нельзя. Что такое, если я... А, ну он просто пишет, что, мол, воды поверните. А вот в красную, наверное, уже будут штрафовать, скорее всего. Тихо. Хватит тебе поворачивать. Ты и так все прекрасно идешь. А, тут еще и музычка под каждую страну сделана, да? Прикольно. Так. Ну, проверяем. Так. Швартуемся. Нам, как всегда, тут рачком нужно. А, нет, тут нормально. Так, ты стоишь на месте. Да давай быстрее. Так, стой. Стой. Тихо. Я тут еду. Нормалек. Эх. Стой. Так, одну контрабанду мы сплавили. Ну, в Валенсии, наверное, нас все-таки по жопе настучат. А ну-ка, топливо. Ну, дешевле, хотя в Санкт-Петербурге, по-моему, дешевле не было. Заправляемся по полной. Потому что в Валенсии, сейчас вот посмотрим, сколько там. Если тут 570. Так, давали. Ой, тут все в Валенсию. И весь, всю контрабанду, все в Валенсии. Так. Сомнительные товары только для того, чтобы этот контракт выполнить. Так, давай уже на контрабанде ловиться так ловиться. Я не знаю, влияет ли то, что часть такая, часть не такая. Ну, типа труднее найти. Понятия не имею. Ну, в общем, посмотрим. Так,
Мне 4 дня, а мне плыть один день, даже на медленной скорости. Все понятно. Так. Отплыть. О, как раз два контракта доделаю эти. Срочные. И там, по идее, мне должны дать два корабля. Так, полный вперед. Так, проходи, проходи, не гудеть. Полный право руля. Черт. Давай, 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 я знаю, у тебя все получится. Так, еще разгончик. Стой, заносы. Заносы. Хорошо. Разгончик. Давай, чтоб тебя понесло. И стоять. Прямо, 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 прямо. Все отлично. Я говорил, что я Шумахер, нет? Я говорил, что я лучший, ёпарасоте. Наверное, мало говорил. Ну, я люблю себя хвалить, страшное дело, потому что все равно больше другого никто не хвалит. Да. Так. Нет, мы нам прокатило все. Никто нас не спалил. Так. А, это Валенсия заставляет меня рачком двигаться. Не дай бог опять будет выходить отсюда. Это же по идее все ж по-разному делается. Но вот так вот да, выходит. Так это заскриптованная часть, сука. Я думал, как-то они, по-моему, по-разному все-таки работают. Ничего, ничего. Сейчас посмотрим. Я должен больше. Лучше, чем за 3.15 управиться. Ну да, мало мне места. И мало то, что еще этот скотина долго проходит. Давай, 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 шустрее. Ты видишь, жду ж тебя, толстозадово. Чуть шустрее, друг. Не ты один в порту. Не, ну это плохо, конечно, что каждый раз одно и то же. Не, ну может быть для рекордов там и это все правильно, но не... Как назвать не... Нереально, короче. Закладывай. Но, тем не менее, на 40 с лишним секунд быстрее, по-моему, отлично. Так. Да, потребление топлива – это вся ерунда. Во! Эти контракты уже должны были принести какую-то прибыль, постарайтесь приобрести второе судно. Ты больной! 6 миллионов. Я, правда, потратил на улучшение там. В настоящее время прилагаются лишь фидерные суда,
но не лучше того, что имеется у вас сейчас. Ваша репутация и множество выполненных контрактов принесли свои плоды. Банк предлагает вам взять кредит. Теперь вы можете подумать о получении финансирования на приобретение судна или пока покупке на его на свои средства. Главное, не завязнуть потом с возвращением долгов. Я объясню. Ну давай, объясняй, ладно. Меню финансы, да. На первой странице вы видите состояние вашего банковского счета, кредите найдете на третьей странице. 500 тысяч! Ты смеешься, мне нужно лимонов 2, ну ладно, хотя бы полторушку. Да не, какую полторушку? Лимона 2. Это так, по самому минимуму. Что значит 500 тысяч? Для меня это... Фу, курям насмех. Так. Стой. А назад, еще раз. Можете взять в любое время, выберите его сейчас и введите 50 миллионов. Вот это уже... Так, дамы и господа, да, мне-то, конечно, нужно заканчивать уже свое, так сказать, первый взгляд свой. Но я все-таки хочу показать этот контракт корпоративный. И да, у меня оборвалась связь, потому что я опять начал нажимать те цифры, которые забиндились управлением записи. В общем, суть. Я вбил тут... Пардон. Вбил тут 50 миллионов кредит взять, но мне не дали. Он об этом посмеялся с меня, писал, потому что моя компания оценивается... Ну, короче, моя компания полностью оценивается в 11 354 тысячи. И мне столько же и дали. Я взял на год по 4,2%, выплачивать по 985 тысяч и купил на него танкер, который... Блин, тут можно мне как-то список судов? Вот он. На 470 у него тонн, максимальная скорость 16. Вот. И взял я корпоративный контракт. Корпоративный контракт, сейчас вам покажу, что это такое. Давайте, у нас еще один есть кораблик, но я не буду, наверное, корпоративными контрактами заниматься. Вот они сюда. То есть говорят, что вот из Дублина в этот нужно чисто 610 контейнеров именно вот этого. И успеть, я так понимаю, за 5 месяцев нужно. То есть, ну вот у меня, допустим, моим 220, это должно 3 ходки сделать из Дублина в Амбарли. Вот, но я ведь могу, допустим, когда назад плыву в Дублин, что-то свое захватывать. И вообще могу не заморачиваться, в принципе, этим контрактом. Но если я не сделаю, вот мне оштрафуют и по жопе дадут. Я вот тут взял, да подожди, ну ты какого хрена ты? Время сразу запускаешь. Взял контракт, мне, короче, нужно из Дублина в Алжир, по-моему. В Алжир, да, доставить там 1500 тонн чего-то там. Ну, вы сейчас это все увидите. Вот, и да. А этим мы можем дальше, можем корпоративные тоже брать, а можем просто... Давайте корпоративные, ладно. Возьмем. Ну, в принципе, я где? Я в Валенсии нахожусь. Но это не важно. Вот мы можем 2 месяца. Ну, нет, моим кораблем по 220 тонн. Я за 2 месяца не успею это перевезти. Вот это тут нормально. Не, ну далеко плавать. Ну, 5 месяцев. Ну, далеко. Ну, 5. Платят... контрактная цена 100 тысяч, вы о чем? А, ну это кроме того, что за сам груз мне заплатят, еще и сверху 100 тысяч. Да это смешно. Ну это тоже смешно. Но плавать чуть-чуть меньше. Плановая выручка. Ладно, давайте подпишем этот контракт. Да, вот тот 1300 из Дублина в Алжир, мне надо металл перевезти. А, не-не-не, все, хорош. Ну, можно несколько, да, чтобы сразу, допустим, если было бы из Амбарли назад куда-нибудь в Рейкьявик или в Дублин, то можно было бы, вообще было бы хорошо. Так,
Значит, мне сейчас нужно лететь в Рейкьявик. Так, у нас есть что-нибудь в Рейкьявик? Или по пути туда? Вот, в Рейкьявик, металл. Прекрасно. Принять. По пути заработаем денежку. Так. Ну, чисто теоретически мог бы и в Роттердам заскочить. Хотя, конечно, это 7 верст бешеной собаки не крюк. Но могли бы. Если бы здесь была хоть какая-то приличная цена. Хоть бы больше 500 000. Почему? Потому что я, чтобы чуть-чуть ускорить время, хочу... Так, у тебя топливо полно. Хочу... Так. Контракты, да. Вот в Рейкьявике плыви. Я хочу просто через буксир это все делать. Так. Поплыл. Теперь уже... А, ты уже тут, блин. Пришвартоваться с буксиром. Так, в порт. Топливо есть. Тебе нужно в Дублин вообще-то, да? Еще раз. Да, я зачем? Я подписался на это. Мне теперь еще нужно... А, из Дублина в этот возить. Ну, тут 5 месяцев. А, ну это я... Вот тут, из реки... Ну да. Ну ничего, мы сейчас этот сделаем быстренько. Быстренько. Так, короче, в Дублин тебе нужно. И чтобы ты пустым не ходил. Пустым не ходил. Есть что-то в Дублин? Есть металл. И, к сожалению, все. Так, принять выбранные. Принять. Так, отплыть. В Дублин. Так, вот только мне бесит, что он на паузу не становится, когда... А нет, стал на паузу. Так, конечно, с помощью буксира это мы продали. Теперь загрузить... Нет, это контракты. Да блин, не тут... Да чтоб тебя! Лекарство, лекарство. Вот, в Алжир мне нужно, да? Мне в Алжир нужно доставить... Да, блин, вот это... Да, металлы. Тут теперь получается, поскольку корпоративный контракт я принял, то металл будет постоянно здесь, в Алжир. Но мне нужно... Так, самую... Если я жирную беру, то эти два уже не попадают. Значит, я беру вот... А, в любом случае, тут просто по тоннажу мне не этот... Ну тогда я могу еще что-то прицепом возить. Ну прицепом, видите, ничего не помещается и ничего нет такого. 29 дней. 226 тонн. Таких рейсов мне до хрена нужно. Давайте я тогда буду на половинной мощности, чтобы успеть. Принять, принять. Так. Отплывать. В Алжир. Отплыть. Так, не буду уже ничего ускорять. Не так уж там многое ускоряется. Ваша судоходная компания существует уже целых 6 месяцев. Это впечатляет, как и оговорено в момент. Начиная с этого момента, моя доля должна выплачиваться каждый квартал 3 ляма, ты чё? Ты всего 8 дала. Каких 3 ляма? Этот 3 ляма каждый квартал. Так это больше 100% годовых. Я бы лучше бы в кредитные... рабство залез бы, чем с тобой бы имел дело. Это же грабеж. Правильно, расскажи им, гурам. Вот как это рассчитывается. Суда вашей флотилии оценится в 10 миллионов. Это я купил, я за свои деньги, я свою шкуру заложил в банке. Генерированный капитал 5 миллионов. Так это я заработал. Вместе дает 12, и моя доля 20. Твоя доля 20 только с 8, что ты дала, а не со всех 16. Скотина. Это пустяки, если учесть, что я вам дала вам первоначальный капитал. Я могла бы потребовать и больше, но послушайте. Я же не разводница с бой. А кто ты такая? Лидия Блит Смит. Блин, Смит. Итак, ладно, хорошо, пошла в задницу. Выплаты инвестора у вас разряд. Я знаю, обсуждать это рановато, но мы должны выкупить... Согласен. Правильно, Гурамчик. Но это может уйти несколько лет, лишь... понятно, да.
Конечно, это будет на 100%, то есть вашей, конечно. Конечно, нашей. Блин, 3 миллиона ни за что отдал. Стать олигархом и выкупить компанию обратно. Так, в Алжир, швартовка. Так, в порт. Мне нужно назад в Дублин. Так, тут можно заправиться. Не можно, а нужно. Так, список контрактов. В Дублин. Назад металл. Туда-сюда его гоняем. Ну, миллиончик заработаем. Так, ничего я дополнительный брать не буду. Конечно, полупустой иду, но... Так, принять. Отплыть. В Дублин. Отплыть. Так, Рейкьявик. Да, на эти 100 тысяч я теряю, конечно, кучу, но... Кучу. Так, а сколько тут топлива стоит в Рейкьявике? О, дешевле грибов. Отлично. Так, мне из Рейкьявика нужно доставлять в Турцию, короче... Че это за херня? Почта? Или бутылка нарисована? Я не помню, что это такое. Ну, в общем, вот эти пакеты. Письма и посылки. Да, надо мы нагрузить по полной. Эх. Ага, а это в Порт Саид. А нельзя ли взять в Порт Саид и доставить в Турцию? Ну, мы, кстати, по пути можем все-таки заработать. Это, ну, почти по пути, ну, нормально. Так, давайте только чуть-чуть ускоренным темпом. Так, все, поехал. Поехал. Сначала все-таки сюда или сюда? 21 день. 21. Ладно, давай сюда. Так. А, тут показывается, желтый это полностью наполненный, а он чуть-чуть на треть наполненный. Че нужно? Ладно, обойди стороной. Ты и так на 66% у тебя. Так, в Дублин швартовка. Так, в порт. 64%. Надо бы подлечить, ну, попозже, попозже. Так, тут... $700. Нет, ну ты ж до Алжира долетишь. Надеюсь. Так, до Алжира. Ты всего 6700 тонн. Блин, я вот это вот... Вот это я не учел. То есть я один только могу. Ладно, два металла брать. Но только один, зараза. Это гасать ему и гасать. Ничего больше в Алжир не надо. Писем каких-то. Поехали. Так. Полетели, полетели. Прилетели. Там какие-то новости идут. Цены на топливо. Да я в курсе, что они умеренные. Они и были нормальными. Так, 63%. Нормально. В Дублин. Кто и... Никто не хочет в Дублин. А вы, мудозвоны. Давайте-ка в Рейкьявик слетаем. Так. Принять, отплыть. Хоть на буксиры, чтоб не тратиться. Вернее, отбить цены на буксиры. Так, швартовка. Мне нужно заправиться по-любому. Ух ты, тут цена. Так, в Порт Саид давайте. Нам же ж надо загрузить этот самый. А в Рейкьявик, кстати, письма лучше тут 1 200 000. Тут 200 000. Давайте я лучше заберу это. Мне все равно потом в Рейкьявик ехать. В Лиссабон могу заскочить. Ну, в принципе, ради одного Лиссабона 280 тысяч. Не, ну, мне просто зайти в порт, это стоит, зараза, 200 тысяч. То есть зайти 100 и выйти 100. Конечно, выйти может быть и легче, но не хочется время тратить. Это я так
Ладно, поехали. Так, сначала сюда. Так, в Лиссабон есть что-то? Кстати, сколько тут топлива стоит? Ну, тут надо заправляться. Или в Рейкьявик, или в Лиссабон. Вот в Лиссабон давайте. В чем дело? Так, все, поплыли. Так. Вообще-то я хотел бы отсюда бы... Ой, какие тут цены вообще. А нельзя ли я купил бы тут бочку сразу так тон на несколько тысяч и потом бы заправлялся бы отсюда. Так, я бы вообще-то хотел бы вернуться в Дублин, но не дают. Но зато я могу письма и рассылки, наверное, сразу чуть ли не одним махом выполнить контракт. 226 и 180. Вот, отлично. Так. Ну там просто 5 месяцев, мы успеем. Недостаточно топлива? Это ты здорово придумал. А если так, то можно. А там дорогое будет. Ну ладно, ну что, поехали. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. В Лиссабон приперся. Так. И тут дешевое топливо. Странно. Так, мне нужно в Рейкьявик или в Дублин. Металл. И все, да? Так. Тут сколько у тебя, кстати? 94, но у тебя все хорошо. В Дублин мы едем, да, в Дублин едем. Так, где второй? Ты, блин, это можешь? Ага, вот так вот, хорошо. Это я не вижу. Вам предстоит ежемесячный... Ну, у меня есть, бабки тут... Бабки калачу, так, слава богу. Так, 600, да нет, у тебя почти полный. Так, в Алжир надо все-таки возить металл. Но ты какой-то только один сможешь контракт в любом случае. Ладно. А еще что-то. И можешь... Ну, аграрное... Не-не-не, это вообще не имеет смысла. Так. Кстати, что там по поводу контрактов? 92 дня осталось. 3 месяца, это нормально. Из Дублина. А, да, ну ладно, тут осталось 162, а тут осталось еще 413 контейнеров перевести. Странно, я, получается, 1000 перевез, а 30%, если это... А, это я перевез 413, а 1000 еще нужно. И тут 28 я перевез. По-моему, я встрял. Да, может быть, накопить бы 10 миллиончиков, 12, но я не... С такими кабальными условиями. Так, у тебя... тут нормально. Так, ты плывешь в Алжир, да? Так. Так. Нормально. Черт, нет ничего в Дублине. Ну, нет так нет. Хотя мы можем в Валенсию заскочить. Не, ну 116 тысяч не смешно. Так. Дублин. Так, ну там сейчас вообще в Рейкьявике. Давай все-таки в Дублин шуруй. Да, порожняком это вообще, конечно,
растраты бешеные, но что делать-то? Так. Так, сколько у тебя? 60%. Тебе надо бы починить бы, друг. 628. Да заправляйся, ладно. Давай мы тебя... Нет, столько ждать мы не можем. 8 дней еще куда ни шло. До 80%. А, кстати... На один узел, на 2 дня. Ну ладно, пока так. Так. Главное, чтобы он затормозил, когда он отремонтируется там. Ну. А, ну да, в Дублине. Так. В Алжир. На 3700 я никак. А, нет, почему? Если взять 80 тонн... Блин, ну ж как? Почему ты не берешь? У тебя... А, 1400, а тут 1600. 3700 я что-то подумал. Ну тогда 87 тонн бери. Да, аграрную продукцию я знаю, что надо, но... Давай уже этот... Так. Так. Так, все, готово? Да, отлично. Так, тебе нужен тоже... Подождите, корпоративные контракты. В Рейкьявике... Ой, блин! Не хватило два вонючих контейнера. Ладно, ты в любом случае прешь в Дублин. Так, ну, уйдите отсюда. Ты прешь в Дублин. А в Дублине у нас ничего. Контрафакт. Ну давай. Че нам стоит? Можем в Лиссабон заскочить. Сколько у нас еще? Вот это вот тоже текстиль на 2 миллиончика. А, тебе по контейнерам не влазят, да? Ну, давай, это все равно по пути. Так, Лиссабон. Поехали. Последний квартал неудачным? Да ты чё, нормально? Если величина ваших доходов минус ваши расходы, уменьшенные на займы, проценты по кредиту меньше 5% от суммарной продажной стоимости ваших судов плюс банковского счета, то ваша репутация страдает. А, я понял. То есть, если я не зарабатываю достаточно денег, то я считаюсь не очень перспективной компанией. Вы понимаете, что вас так озадачило? Я все понимаю. Если ваши квартальные результаты, то все, я понял. Ну ничего. Мы сейчас выкрутимся. Так. Так, в Рейкьявик нужно все-таки заскочить. Два этих сделать. Так, но в Рейкьявик никто не хочет нам посылать нас. Ну, значит, полетим порожняком туда. Все-таки маленький кораблик у нас. Так. Это, конечно, с точки зрения бизнеса. Так. В порт и срочно в Дублин. Так, тут что тут по заправке? Отлично. О, отлично. Так, стоп. Металл-то лучше. Да, ну, в смысле, дороже просто. Так.
полетели. Нас до сих пор никто не оштрафовал. Это просто какая-то сказка. Так. Алжир, металл... у тебя 6000 тонн, да? То есть два штуки ты эти берешь. Но это что, не, да, не возьмешь. Отлично. Хоть так. Хотя 220, да, блин, я все забываю. Он же ж не может... а я раскатал губу 5 раз, 4 раза смотался по 300 контейнеров, по 500 контейнеров. Он максимум их возьмет 220, потому что он уже загружен по самые помидоры. Но ничего, мы все успеваем. Хотя топливо... Ну, можно, конечно, посмотреть. Может быть, стоит и вот так вот поэкономить. Но не хочу. Так, в Алжир. Отплыть. Доля инвестора. Да ты задрал! Цены на топливо... Ну так где-то есть, давай. Так. Весьма умеренные, весьма умеренные. Так, во-первых, берем самую маленькую посылочку, 45. Хотя что самую маленькую? Раз туда я все равно плыву, то давайте уже возьмем все, что влезет. 220. Чем ты загружен? Ничем. Все три заберем. Какая разница? Все равно же заплатят за каждую. Так. Принять, отплыть. Обойти стороной. Торопиться нам пока некуда. Так, что мы имеем? Так, тут мы сейчас закончим. Тут уже хорошо 43 дня, месяц. Вот тут, конечно, у меня проблема. Не, ну я, в принципе... Ну, проблема, реально проблема. Так. Мне нужно возвращаться в Дублин. Сомнительные товары. Ну, можем через Лиссабон. Тогда вообще на 100% поймаю, да? Ладно, это 400 тысяч. Ради 400 тысяч не хочу. Так, у тебя... Стой, подожди, подожди. 77% жить можно. Так, отправить. Так, шторм там сколько будет продолжаться? Годы или что? Да, то есть это не ясное. Может быть и день, и два, и три. Так, в порт... Металл. Давай, чтоб я взял 2. 4 и 4. Ну, никак не возьмется. Ну, значит, только 200. Ну да. Так. Левака нету, больше нету. Ну, ладно. Так. Давай, наверное, быстрее немножечко. Потому что что-то мне уже, я вижу, один я контракт прост... Но я его случайно взял. Ну, не специально. Случайно. Кто быстрее? Вау! Так. Форт. Сколько еще нужно перевести? Еще нужно 300... Ну, то есть это 2, как минимум, рейса. Мы-то, в принципе, успеваем. Но вот это можем провалить полностью, да? Так. Поэтому сейчас будем гнать на всех парах. Назад в Дублин. Только не говори, что у тебя ничего нету. Скотина. В Лиссабон можно заплыть. Ну да, мы 200 тысяч, конечно, заработаем на это. Хотя нет. А, может быть, отсюда будет что-то в Дублин, да? Давайте, ладно. Так, по максимуму плывем. Ага, доплыл. А, я тут не заправился, стоп.
Да стоять же ж ты, ну подожди. Сразу же, блин, и так времени нету. А он мне еще тут мозги компассирует. Цены, говоришь, хорошие? Ну, нормально. Так, в Дублин. О, руда. Прекрасно, не зря заплыли. Хотя все равно денег мало. Ну, тут просто что и недалеко. Ну, все равно не зря. Какие-то полмиллиончика мы дозаработали. Хотя с моим топливом я, наверное, вообще в минуса сейчас работаю. Ну, с моей скоростью. Просто хочу успеть все контракты выполнить. Мне нужен... Так. В порт... Давай, чтобы... Ага. Ну, тут такие крупные контейнеры. Но в любом случае, два раза плавать как минимум. Самый крупный берем. А еще можем... Нет, не можем, да? Ну, хорошо. Я, может быть, по пути бы... Я... Недостаточно топлива. Так. Так. Когда... Контракт мы один выполнили, контрактный, но пока, блин, по 750, Турция, вы вообще опухли. Ну, в принципе, она, наверное, сама закупает топливо, поэтому и да. Так, мне нужно назад в Дублин помогать. Контрабанду берем, почему бы нет. Так. И на полной скорости. Что? Продолжить маршрут. У тебя... Ух ты, 17,2. Ну да, но... Я знал, что он 90%-ный. Так. Алжир. Сколько еще нужно? Так, тут осталось совсем чуть-чуть, 150-145, ну а тут 610. Ну, за 21 день я не успею, ну никак, тем более далеко плыть. Я, конечно, постараюсь, но не успею. Так, в Дублин есть что? Нет, в Лиссабон даже не стоит и заходить. Может быть, сразу сомнительные товары повезти? Да, повезем. Все равно этот контракт 610, 21 день. Да никак. Ну ладно, я-то попробую, но просто никак. Так. Доплывешь. Да что такое? Давай, ладно, уже на топливо не поскупа. 675 хоть чуть-чуть сбавили. Еще ж как минимум два раза плавать. Во-первых, мне потом ножу не хватает, а во-вторых же он... Раз, два, третий уже и четвертый тем более. Значит, этот маленький убираем, этот большой ставим. Этот убираем, самый большой ставим. Да? Да. Так. Отплыть у черта на куличках недостаточно топлива. Так достаточно или недостаточно? А, 972. Блин, минус 1 тонна, серьезно? Ладно, мы давайте полпути проплывем так. А полпути 15 дней. А потом еще назад вернуться и еще раз 15 дней. Ну, то есть всего 45 не нужно. Даже если бы на полной скорости 9,
9, 9, это 27. Даже и нету смысла и заморачиваться. Ты взял? А что ты не взял контракт, ты дурик? ...384. Еще нужно 200... Даже если я тем бы теоретически 220 загрузился... Нет. К сожалению, да, этот я контракт просрал. Подождите, а я же этот выполнил-то хоть? Блин, так еще я этот не выполнил. Тут где... 5 дней, серьезно? 145. Да блин, я два контракта прозрал. Потому что этот не увезет столько металла. Да давай, ну... А, ты не доплыл? Не доплыл же. Так. Я на топливе, конечно, ну просто, просто просрал сколько. Ему 135 надо тонн металла. Вот 150. Но он не заберет столько. Даже если... Вот. Два ему нужно брать. Но у него по тоннажу, ну никак не выходит. А было бы хорошо, как раз... Ну никак. Как-то не крути. Блин, ну как же я мог просрать два контракта, а? Так. И ты, если честно, еще и не успеваешь. 6 дней. Даже это довести не успеваешь. Ладно, давайте посмотрим, чем нам грозит. Штраф 434 тысячи. Спасибо. Так, ладно, давай ты, наверное, починишься. Давай до 100%. Не буду я тебя улучшать. Надо корабли помощнее покупать. Ты пока чинись. И этот контракт мы сейчас тоже просрем. Да, еще вот 216. Надо перевести за 0 дней. Так, ладно, дамы и господа. Вот, в принципе, такая игрушка, которую я хотел показать. Довольно-таки прикольная. Я, вот, кстати, дальше что будет, я не знаю. Потому что вот именно примерно на этом моменте я и остановился. Ну, а вообще, всем прекрасного настроения. Всем до следующих встреч. Всем пока.